В соцсетях уже выдвинули огромное количество версий от народа. Кроме этого, сегодня тюменский интернет активно обсуждал ориентировки на предполагаемого преступника, который приставал к 8-летнему ребенку. При этом пока следователи не уверены, что на фото, выложенных и во всех соцсетях, и на местных сайтах, именно тот самый мужчина. Произошел инцидент на улице Олимпийской в одном из подъездов дома номер 51. По официальной информации Следственного комитета, мужчина не прикасался к девочке, а лишь продемонстрировал в лифте половые органы. Если кто не знает, в Уголовном кодексе и это называется иными действиями сексуального характера. Возбуждено уголовное дело, мужчина объявлен в розыск. В настоящее время проводится следственно-оперативное мероприятие, направленное на установление лица, предположительно совершившего указанное преступление, фото которого распространены в сети интернет.